Центральной библиотеке прошел концерт для нее. Название ясно дает понять, что главными зрителями стали представительницы прекрасного пола, но артистов было не счесть. Так в гости приехал хореографический ансамбль «Мультяшки» из Подольска. Юные танцоры привезли несколько интересных номеров. На концерте выступил исполнитель шансона Евгений Озерный. Виновницы торжества с удовольствием ему подтанцовывали. Ну и, конечно, в программе выступлений были музыкальные номера в исполнении участников клуба «Дорога в жизнь» и кружка «Колорит» Центра культуры поселка совхоза имени Ленина. Каждый артист старался подарить зрителям хорошее настроение.